Всем привет, друзья! Вы на канале Numizman Numizmanage. Сегодня я вам хочу показать вот такую вот монетку, которую выпустил Национальный банк Украины. Выпустил он ее в продажу с 22 июля. Вот. И там монета 5 гривен, памятная Ой, Лузи Червона Калина. Я думаю, все мы прекрасно понимаем, в честь чего эта монета выпущена. Так вот, давайте ее подробнее разберем. Номинал монеты — это 5 гривен. Металл Нейзельбер. Масса монеты 16,5 грамм. Диаметр 35 миллиметров. Якость карбування uncirculated. Гурт у нас рубчатый. Тираж такой монеты 250 тысяч штук. И художник у нас Дмитро Кривонос. Вот. Итак, с этой стороны у нас на монете отчеканено дерево Калины в форме как бы вот карты Украины. И ее как бы поднимают три поколения. Вот казак, солдат Второй мировой войны и солдат теперешней войны Национальной гвардии Украины. Вот с другой стороны у нас ветви Калины, лист. Под кантом написано: «А мы нашу славную Украину, гей-гей, развеселимо». Вот, и тут также понад кантом, забыл показать вам: «А мы тую червону Калину підіймемо». То есть, что и делают эти три поколения. Так вот, друзья, приобрести такую монету можно в четырех банках Украины. Приобрести ее, я так скажу, даже можно сказать, сложно. Я ее заказывал заранее. На нее нужно купить страховку. Вот цена монеты такой вот в банке 130 гривен. На каждую монету страховку нужно приобрести ценой в 150 гривен. То есть монета обходится, можно сказать, недешевая. Ну, я думаю, кто коллекционирует монеты, тот никаких денег не пожалеет, чтобы добавить в коллекцию. Так что, друзья, вот такая вот новинка. В следующем ролике я вам покажу вторую монету, которую выпустил Национальный банк Украины. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик и прокомментируйте этот ролик. Всем пока!